Так, нет, полиция на лошадях идет, но люди еще там в глубине продолжают переходить дорогу, значит, пока еще никто не едет. Guys, please have picture and you have. Guys, want to have picture? No. You have to take picture, take picture and go back. Guys, please be back. Please. Side. You can go that side. We are seeing you. How many people? You can go there. Everyone is going, you can go. Good for the roses. No, they're all just on the road now. What is that? We don't know. You can go. We are seeing you. You go that side. No, you should have just let us. Is there any meeting? We have orders to stop. What is that? Смотрите, что происходит. По улице идут просто люди. Полиция выстроилась с этой стороны. И никто не может понять, а что происходит? Почему туда выпустили людей? Смотрите, с этой стороны стоит полиция, а с той стороны идут люди. Что это такое вообще? Так, людей остановили. Смотрите, что происходит. Какая толпа идет. Начали пускать людей. Видите, люди попросились идти по площади. Волонтеры начали выпускать людей, а полицейский тут же прибежал и сразу все закрыл. Ну вот объясните мне, что это за логика? Смотрите, оттуда все выбегают, здесь всех закрыли. Там всех остановили. А зачем их сюда выпустили, если, посмотрите, на подходах к Букингемскому дворцу всех остановили. Смотрите, всех выгоняют с площади за забор. Такое чувство, что люди прорвали оборону. There's no access to any cars. There's no access to any cars.
Yeah, he's a chicken.